течение 3 месяцев во всех 7 областях и районных центрах Кыргызстана должны быть приведены в порядок дороги местного значения. По мнению главы государства Алмазбека Атамбаева, реабилитация автомобильных дорог в регионах имеет такую же важность для развития страны, как и строительство новых стратегических автотрасс республиканского и международного значения. Уже сегодня премьер-министр Темир Сариев поднял вопрос развития транспортной инфраструктуры. Министерству транспорта и коммуникации поручено в течение 5 дней разработать программу, какие дороги подлежат капитальному, а какие ямочному ремонту. Везде дыры латаете, а толку нет. Наши граждане должны ходить и ездить по качественным дорогам. Стратегические автотрассы республиканского и международного значения строят, однако никто не обращает внимания на внутренние дороги, по которым каждый день передвигаются наши граждане. Поэтому президент поднимает этот вопрос. Особое значение нужно придать качеству строительства дорог. Министерству финансов поручено в кратчайшие сроки изыскать средства. Сейчас нам поставлена задача найти средства для строительства и ремонта дорог Баткенской области, аэропорт Бишкек дороги. Вы видите, как состояние дорог в Бишкеке и в малых и больших городах Кыргызской республики. И на эти средства более 2 миллиардов сомов было дано поручение найти средства. То есть эти средства мы ищем, можно сказать, мы уже находим. Пока точно неизвестно, какие дороги будут подлежать ремонту. Сейчас задание это на 109 километров и 864 миллиона дополнительно выделяется для, значит, малых городов, для районных центров, областных центров, чтобы мы привели соответствие дороги. Там будем сейчас рассматривать, вот как раз-то и премьер-министр поставил задачу, где мы должны, значит, капитальные где сделать и где, значит, ШПО покрытием надо делать. Если все пойдет по графику, то уже осенью этого года наши граждане будут ездить по ровным трассам. Сайхал Султанкулова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный, Первый канал.